Нефтедобыча, нефтепереработка, химия – масштабная международная выставка, дающая импульс для развития экономики Самарского региона. Самарская область уже 70 лет занимает лидирующие позиции в отрасли. Мы вошли в пятерку нефтедобывающих, крупнейших нефтедобывающих регионов. Вот, и это тоже говорит о том, что как бы, там, в Самарской области нефть есть, нефть выгодно добывать. Ежегодно выставку достижений нефтяной отрасли принимает выставочный комплекс «Экспо-Волга». Главная цель – создать пространство для встречи ведущих российских и зарубежных представителей нефтяного кластера. Сегодня, по факту, эта отрасль движет вперед многое в нашем государстве. И здорово, что Самара в данном случае выглядит как одним из точек концентрации этого кластера. 10 и 11 сентября можно ознакомиться с новинками и наладить партнерские связи с самыми успешными компаниями в отрасли. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.